Скандал в детском загородном лагере «Металлист» превратился в уголовное дело. Его возбудили следователи по материалам проверки краевой прокуратуры. Напомним, что представитель надзорного ведомства отправилась в лагерь с проверкой после того, как в телеграм-канале «Масс-медиа Камчатка» появилась публикация видеоролика, на кадрах которого запечатлены странные игры физрука с 15-летним подростком. Педагога уволили, а материалы прокурорской проверки были направлены в следком. Собранные материалы направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Теперь расставить все точки над «и» в этой истории предстоит следователям. По версии следствия, 1 августа текущего года в вечернее время в жилой комнате детского оздоровительного лагеря «Металлист», расположенного в поселке Паратунка-Ильского района Камчатского края, работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связав ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания. В настоящее время по делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Добавим, что санкции статьи предусматривают в том числе штраф до 100 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.